Ремонт – это важно? Наверное, важно. Но что самое главное? Самое главное, скорее всего, семья. Те, для кого этот ремонт, для кого мы порой делаем невозможное. Самое важное в ремонте – сделать интерьер, где всем будет комфортно, гармонично. Чтобы результат усилий генерировал исключительно счастье. Уверен, вы согласитесь с нами. Мы с этим сталкиваемся каждый день. И для нас самым главным стало не продавать плитку или сантехнику, а реализовывать счастье всех тех, кто на нас надеется. Спасибо вам за то, что в нас поверили.